Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск передачи «На бровке». В ближайший час будем говорить о главных событиях Северной лиги, еврокубковых баталиях наших клубов, а также о матчах сборных округа. В прошлые выходные были сыграны ответные поединки 1/8 финала Кубка ЛФЛ. Все три представителя Севера, ЦДК, Беда и Нева, принимали своих соперников на Флотской. Причем в первых двух случаях по сумме двух матчей нашим командам предстояло отыгрываться. ЦДК должен был ликвидировать у лидера чемпионата Востока разницу в 3 мяча, которые команда Олега Полтевского безответно пропустила на «Спартаке» 2 недели назад. Задачу существенно упрощало наличие на острие атаки Андрея Говорова, вследствие чего нападение красно-черных уже не выглядело беззубым, как в первом матче. Однако при этом значительно обедняло игру армейцев в середине поля отсутствие Евгения Вашурина. Без тонких ходов плеймейкера, без его управления игрой, смены направлений и ритма в атаке, за которые отвечает именно центральный полузащитник сборной России, атакам ЦДК очень не хватало мысли. Учитывая, что нижгары приехали с совершенно четкой задачей удержать завоеванное в первом раунде противостояние преимущество, выстроив для этого строгие оборонительные редуты, игра зрителей не очень впечатляла. ЦДК очень хотел, но не мог. Кто знает, мог или нет его соперник, но уж точно не особенно хотел. Обменявшись с нижгарами неудачными штрафными на старте матча, армейцы, само собой, завладели солидным территориальным преимуществом, но этого было мало. Моменты у ворот Александра Незрюхина возникали, причем их можно даже было назвать очень неплохими, но не для матча, где хозяевам надо было ликвидировать столь солидный гандикап. Говоров то создавал сутолоку в штрафной гостей, то сам остро бил в ближний угол. Прикладывался с лета Максим Бунтов. Нижгары отвечали очень редко и не слишком метко, но были полностью довольны происходящим. Вообще, ЦДК мог забить пару голов уже в первом тайме, но в таких матчах между моментами из категории «мог» и моментами из категории «обязан» разница в целую пропасть. Да и штрафными хозяева должны были распоряжаться получше, благо зарабатывали их исправно. Вторая половина началась с подзабытого явления. Говоров ударил прямо с центра поля, хотя почему-то без разбега, а затем опаснейший проход совершил легко обманувший каким-то образом оказавшегося слева Вячеслава Саркисова Сергей Просветов, но в ворота не попал. А затем ЦДК все же открыл счет. Андрей Смирнов поскользнулся на мяче в центре поля, но в итоге это сыграло за красно-черных. Защитник успел лежа сделать пас на Эдуарда Уразакова, мимо бросившихся на него коршунами соперников. А проскучавший на скамейке весь первый тайм еще один представитель национальной команды в составе ЦДК сделал шикарную разрезающую передачу на Бунтова, который мгновенно вывел на удар с пятака Говорова. В такой ситуации из такого положения ждать промах от бомбардира нижгаром было просто глупо. Забей Михаил Пименов в следующей атаке или не упусти через минуту Роман Памшев на угловом Владимира Свежука, и интрига противостояния ожила бы по-настоящему, а вместо этого с эквалайзером она фактически приказала долго жить. ЦДК старался, и неплохих моментов еще создал достаточно. Особенно хороши были удар с разворота и штрафной в исполнении Говорова, когда гостей спас оказавшийся на линии ворот у штанги Свежук, и дальний выстрел Бунтова, где в 2 захода сработал Незрюхин. Вот только забить второй гол красно-черным удалось за 20 секунд до конца основного времени встречи. Говоров все сделал после заброса Памшева, и неловкой скидки в штрафной от защитника желто-белых просто идеально, но в добавленное время ЦДК не смог сообразить даже момента. 2-1. Локальная победа с оттенком грусти, и одна из главных надежд Севера в Еврокубках заканчивает свое выступление в турнире. Минимальное поражение на юго-западе оставляло Беде неплохие шансы на реванш, тем более, что пищевик по итогам первой игры остался без основного голкипера. Однако совершенно неожиданно с кадровыми проблемами столкнулись и сине-голубые. Точнее, удивляло не само наличие таковых, с кадрами-то у Беды в последнее время тяжело, а то, что источником этих сложностей стали обычно надежные Антон Кулагин и Андрей Борисов, опоздавшие к стартовому свистку даже при том, что игра задержалась на добрые полчаса. Тем не менее, состав хозяев поля был вполне боеспособным, а настрой максимальным. Беда с первых минут постаралась захватить инициативу, а гостям только это и было нужно. Уже в дебюте Денис Назаров умчался по бровке от Евгения Попкова и организовал шикарный момент для фурмана Саакяна. А через 5 минут похожую атаку пищевика правым флангом разогнал Теймураз Кадиев. Беде повезло, что в обеих ситуациях форварду не хватило буквально полшага, чтобы замкнуть передачу партнеров, и что еще спустя какое-то время Саакян, протащив мяч к воротам самостоятельно, не попал в створ с угла вратарской.
За тот же отрезок сине-голубые создали только один по-настоящему острый момент, в котором Сергею Яковлеву немного не хватило техники. Так что гол Дмитрия Шестакова на 18-й минуте из логики игры не вытекал. Тот же Яковлев заработал штрафной примерно в 15 метрах от ворот, и левый защитник хозяев поля выстрелил так, что Алексею Федорову шансов не было. Мяч влетел в сетку с рикошетом от штанги. Таким образом, равенство по сумме двух встреч было восстановлено, но пищевик как-то слишком быстро и легко вернул себе преимущество. Пропустив, салатово-черные навалились на ворота Никиты Анохина, отрепетировали комбинацию со скидкой Саакяна набегающему партнеру, а потом забили в ответ. Назаров через стеночку ушел от опеки Кулагина и Поповича и четко пробил в ближний угол. После этого игра пошла на встречных курсах, но и в ней гости смотрелись предпочтительнее. По количеству подходов соперников к воротам друг друга наблюдалось примерное равенство, но Анохину пришлось по-настоящему выручать свою команду как минимум в одном моменте, а его визави достаточно было просто сохранять концентрацию. Реализуя в начале второго тайма Яковлев выход один на один, который для него организовал Евгений Поварницын, и беде, возможно, удалось бы заставить соперника играть по своему сценарию. Но голу препятствовал бросившийся на перерез Федоров. Еще несколько неплохих атак сине-голубых завершились неточными ударами, а за 10 минут до финального свистка гости быстро разыграли штрафную на чужой половине поля, и Назаров точно пробил в дальний угол с правого угла штрафной площади. Ничью в матче беда вернула почти мгновенно. Через минуту Кулагин вроде бы бил с разворота, но получилась отличная передача на угол вратарской, и оставшийся без опеки Шестаков вторым касанием протолкнул мяч в сетку. А вот с финальным штурмом вышло не очень. Сине-голубые упрямо шли в атаку, вот только провести победный гол так и не получилось. Более того, пищевик был даже ближе к третьему мячу, но Саакяну вновь не удалось пробить точно. 2-2 на Флотской и 5-4 по сумме двух встреч. Дальше идет пищевик. Единственным клубом Северной Лиги, преодолевшим стадию 1/8 финала Кубка ЛФЛ, стала Нева, дома подтвердившая свое превосходство над Западным Портером. Сетунь Парк, команда Александра Акуненко, вернулась, имея преимущество в 3 мяча, а на Флотскую уже к середине первого тайма забила еще дважды и обеспечила себе победу в матче и в противостоянии в целом. Кроме Невы, по две победы одержали Мегатитан, Либо и РМА, причем последний оба матча у Изумруда 86 выиграл в сухую. Авангард после крупной домашней виктории в воскресенье разошелся миром с Трансконтейнером, и только проигравшему в первой встрече ФКСП потребовалось разворачивать положение в противостоянии с линией Алькор. С этой задачей сотрудники прокуратуры справились блестяще – 5-0. Таким образом, в четвертьфинале сыграют 4 представителя Восточной лиги, 2 команды Западного округа и по одному представителю Юго-Запада и Севера. Неве достался, пожалуй, самый серьезный оппонент – финалист прошлогодней Лиги чемпионов Мегатитан. Хотя, с другой стороны, вряд ли на этой стадии остались легкие соперники. Нижгары, Авангард и Либо в этом сезоне разыграют золото Востока. Пищевик уже без 5 минут чемпион Юго-Западной лиги, прокуратура и Мегатитан борются с Барсом за первенство Западной премьер-лиги. Шансы Невы выиграть трофей ничуть не меньше, но для этого бело-черным нужно показать свою лучшую игру. Получится ли, совсем скоро узнаем. 9 апреля будут сыграны и первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Север на этой стадии будут представлять 3 прошлогодних медалистов, а также Интер, пока формально приносящий рейтинговые баллы Северо-Востоку. Наибольшее внимание болельщиков, конечно, привлечет противостояние Терминатора и Гефеста, которые, кстати, прорепетируют его во внутреннем первенстве уже завтра. По результатам этой двухматчевой дуэли Северная Лига получит одного представителя среди 4 лучших клубов Москвы, а вот в других парах, стоит признать, наши клубы фаворитами не выглядят. Серия, в которой сразятся Интер и Атлантис, интригует вывеской и громкостью имен по обе стороны. И все-таки на данный момент действующий чемпион Западной Лиги кадрово выглядит солиднее. Для динамовцев матчи Лиги вообще становятся самыми важными на фоне неудачного сезона во внутреннем первенстве. Но и соперник у бело-голубых очень неудобный и боевой. Тройка регион уже играла в полуфинале главного клубного турнира и наверняка заставит задачу выхода в финал. В любом случае нам остается только болеть за своих. Север уже уступил Западу вторую строчку рейтинга и в следующем сезоне рискует быть представленным в Еврокубках меньшим, чем обычно, числом клубов. Если, конечно, кто-то из оставшихся в живых не сумеет взять трофей. В середине марта возобновились игры группового этапа чемпионата Москвы среди сборных. Не лучшим образом проведшие первый круг северные команды на Флотской принимали представителей Восточной лиги и немного улучшили свое положение.
Провалив первую половину отборочного этапа чемпионата Москвы, молодежная сборная «Севера» выходила на матч против действующего чемпиона «Востока» в качестве андердога. Но играть приходилось исключительно на победу, потому как любой иной результат фактически ставил крест на надеждах северян попасть в финал четырех. Были у сине-белых и кадровые проблемы, но на места футболистов, которые принимали участие в первых играх, тренерский штаб вызвал новых игроков. И двоим из них, Ивану Симакову и Павлу Котову, удалось отметиться результативными действиями уже в первой половине встречи, ассистируя на гол Папину Казаряну. Сам форвард, кроме реализованных шансов, имел еще пару отличных моментов. Например, выход 1-1 после паса отбора Равиля Юсипова. Но в этом эпизоде Казарян решил перебросить вратаря и пробил выше, а вот в следующем сыграл проще, но эффективнее. Пробил в касание и сделал счет 2-0. Обладающая лучшей атакой турнира сборная «Востока», естественно, сдаваться без боя не собиралась. В первом тайме, впрочем, неразрешимых задач перед Александром Дементьевым черно-белые не поставили, а где надо, голкипер сыграл эффектно и надежно. Вторая половина встречи прошла уже с небольшим, но все-таки преимуществом гостей. «Восток» большую часть времени проводил на чужой половине поля, но до реальных угроз дело доходило редко. Если же черно-белым удавалось довести атаку до логического завершения, нападающих подводила неточность, как в эпизоде с ударом Александра Васильева головой из пределов штрафной. Тем не менее, на 47-й минуте гости один гол отыграли, когда после выстрела Павла Вахитова в штангу никто не помешал Владиславу Ахукову добавить мяч в сетку. Следующая 10-минутка стала самой тяжелой для «Севера» в матче. У «Востока» наконец-то пошла игра в атаке, а второй гол, которому черно-белые подбирались все ближе, мог перечеркнуть все предыдущие старания хозяев поля. Самый лучший момент был у Алексея Самылина после ошибки Юсипова, выскочившего 1-1 с Дементьевым. Но выросшая на пути хавбека могучая фигура голкипера заставила полузащитника пробить мимо. От ненужных валидольных последних минут болельщиков сборной «Севера» избавили Котов и Николай Ведищев. Первый окончательно утвердился в качестве героя поединка, вновь отдав голевую передачу. А полузащитник БДМ элегантно обыграл сначала защитника, затем вратаря и установил итоговый счет встречи. 3-1 в пользу северной молодежки. Для взрослой сборной «Севера» матч против «Востока» был игрой жизни и смерти. Скандальное поражение на выезде после пенальти на предпоследней минуте поставили команду Антона Тимофеева на край пропасти, а самого, обычно спокойного и даже чуть флегматичного наставника, на сугроб за ограждением стадиона ввиду дисквалификации. И матч начался без раскачки. На неточный обводящий удар Ивана Спички со стандарта ответил фирменным выстрелом из-за штрафной с левой ноги Алексей Ланцов. Илья Горшков был готов, причем не только к спасению. Уже на 6-й минуте он длинным пасом на Александра Еркина начал атаку, завершившуюся скидкой и расстрельным ударом в прыжке от Михаила Тимофеева. Игра после гола продолжилась в не менее бодром ключе, на встречных курсах с обоюдными атаками. Поопаснее был «Север». Все дело в том, что гости атаковали в основном ударами из-за штрафной, в то время как сами оставляли сопернику слишком много свободных зон для контратак, чем красно-желтые с удовольствием и пользовались. До поры, правда, Виталию Горелову удавалось держать минимальное отставание своей команды в счете, хотя во многом это было следствием неточности северян в завершении. Но когда однофамилец главного тренера, а по совместительству один из лучших игроков «Севера», разрезал проникающей передачей всю оборону гостей, выведя Антона Кулагина с мячом в штрафную, шансов Горелову капитан беды не оставил. До перерыва продолжались обоюдные атаки. Экс-игрок молодежной сборной России по большому футболу Вячеслав Дмитриев выполнял навесы. Ланцов стрелял дальними ударами, но все было тщетно. У «Севера» отменный шанс не использовал вернувшийся в главную команду округа через штурм Андрей Тыняный, после углового бивший головой вроде бы в упор, но пославший мяч над перекладиной. После первого тайма было ощущение, что игра с «Севером» почти сделана, но бело-синие начали вторую половину активно, и вскоре Александр Озеров сыграл как заправский диспетчер. Центральный защитник «Востока», обладающий пушечным ударом, убрал на замахе соперника в центре поля и вышел вроде бы на ударную для себя позицию. Но бить не стал, а сделал проникающую передачу под стать Тимофеевской, и Сергею Романовичу оставалось только подставить ногу, что он и сделал. Интрига могла и должна была закрутиться с новой силой, но Ренат Хасенов тут же зачем-то так неудачно скинул мяч назад, что вездесущий Михаил Тимофеев подхватил его, прокинул вперед и снова пробил по скачущему снаряду так, что он возился в ближнюю девятку. Только на этот раз расстояние до ворот было значительно больше. По инерции «Север» провел пару неплохих атак. Опасно бился штрафного Спичка. Кулагин не решился на удар после отличной комбинации, а затем хозяева подсознательно принялись играть на удержание счета.
Восток стал давить. В игре Севера появилась нервозность. И вскоре это обернулось автоголом Тынянова, срезавшего мяч в собственные ворота после прострела с правого фланга. Время еще оставалось, и Восток попытался устроить навал. Но в штрафной Севера жарко было за оставшееся время только разок. И то не слишком. Самым ярким моментом концовки стал рывок Александра Гамбердиева к противоположной от скамейки Севера бровке перед заменой на последней минуте. И в результате латеральный смог убить, уходя с поля, почти все оставшееся время. 3-2. Север одерживает ключевую победу и выходит на второе место в группе. Основная сборная Севера после 4 туров выбралась на вторую строчку в турнирной таблице, опережая Восток на 2 очка. Впрочем, 15 апреля нашей команде предстоит играть с лидером квартета сборной Запада, которая хоть уже и обеспечила себе место в финале 4, на дерби будет настраиваться, как обычно, со всей серьезностью. В группе Б победа Юга над действующим чемпионом Северо-Востоком позволила команде Виктора Пинаева практически гарантировать себе первую строчку, для бронирования которой достаточно сыграть ничью со сборной ЮВАУ. Северо-Восток шансов на выход в полуфинал еще тоже не потерял. Вполне вероятен вариант, при котором команда Владимира Коркина выиграет обе оставшиеся встречи, а ее конкуренты по разу уступят еще и лидеру квартета. В турнире молодежных команд у нашей сборной ситуация сложнее. Сборная Юго-Запада шансы на выход из группы потеряла и едва ли окажет сопротивление Востоку через 2 недели. Нашей команде необходимо обыгрывать западную сборную и рассчитывать на то, что Восток не проиграет ей в последнем туре. В противном случае вероятен вариант, при котором 3 команды наберут по 12 очков и места будут распределены по дополнительным показателям. В параллельной группе без очков остается сборная Северо-Запада, а 3 других команды ведут борьбу за 2 путевки в финал 4. Лидирует пока сборная ЮВАО, но ее конкурентам предстоят встречи с аутсайдером квартета, что почти наверняка означает пополнение счета на 3 балла. Впрочем, несмотря на кажущуюся плотность, южную молодежку может спасти только чудо. Для выхода из группы не хватит и 2 побед, если Юго-Восток обыграет Северо-Восток с небольшой разницей. В 23-м туре высшего дивизиона состоялась очередная сенсация, которая вновь устроил штурм. После победы над «Терминатором» команда Александра Николаева поделила очки еще и с «Гефестом». Но главными матчами все же были поединки в топ-8. В субботу «Интер» играл с «ЦДК», а в воскресенье «Терминатор» встречался с «Динамо». К игре 23-го тура против лидирующего в чемпионате ЦДК «Интер» подошел на 3-й строчке. И, пожалуй, впервые в сезоне с реальными шансами на золото. Отставание в 3 очка можно было ликвидировать победой, дополнив до 10 матчей беспроигрышную серию, а затем и попробовать догнать «Терминатор». У армейцев, конечно, на этот счет были свои соображения, но поначалу преимущество на «Радзуре» было неоспоримым. У ворот Ильи Горшкова постоянно возникали опасные моменты, будь то удар фантом головой Артака Григоряна, который голкипер был вынужден от неожиданности отражать коленями, или комбинация с участием Игоря Шестакова, в финале которой Владимиру Колесникову не хватило полуметра, чтобы подправить мяч в пустой угол. Самой опасной атакой ЦДК был прорыв по левому флангу Евгения Вашурина с последующей передачей в центр. Михаил Пименов выбрался на удобную позицию и также удобно для Евгения Костенко катнул мяч тому в руки. А на другую половину поля тем временем подкатили дальнобойные орудия. Первые 2 залпа Колесникова и Руслана Нахушева цели не достигли. Зато потом Константин Кадеев, едва перейдя центральную линию, выстрелил так, что Горшков был вынужден капитулировать. Поведя в счете, Интер инициативы не отдал. Провел еще несколько атак, а затем получил возможность увеличить разрыв с пенальти. Сергей Избродов заблокировал удар Дениса Калинина, но затем неосторожно сыграл против Игоря Шестакова, хотя едва ли стоило фалить в дальнем углу штрафной, при том, что соперник еще и находился спиной к воротам. С точки взялся пробить Руслан Нахушев, однако Горшков угадал направление удара, зацепил мяч кончиками пальцев и переправил его в штангу, а на добивание атакующим сыграть не позволили. Тем не менее, первый тайм однозначно остался за Интером, и казалось, что скорее Неро Адзури забьют 2-й гол, чем армейцы отыграются. Однако перерыв пошел ЦДК на пользу. После возобновления игры красно-черные стали регулярно создавать моменты у ворот Костенко, врываясь в свободные полузоны между крайними и центральным защитником. Сначала прошла скидка Андрея Говорова на Андрея Смирнова, но удару последнего чуть не хватило точности. А затем Евгений Вашурин одним пасом оставил неудел 3 соперников и вывел 1-1 Александра Туменко. Тот все исполнил четко. Теперь уже инициатива окончательно перешла к ЦДК. Активные Говоров, Вашурин и особенно Максим Бунтов были близки к тому, чтобы разыграть еще одну голевую атаку, но в завершающей стадии им немного не хватало точности.
Интер отвечал в основном стандартами, которые заставляли Горшкова оставаться в тонусе, но не напрягаться по-настоящему. Ключевой момент в матче случился за 4 минуты до окончания встречи. В ходе очередной позиционной атаки ЦДК Кадеев помешал Туменко пробить с линии вратарской, но Алексей Мишин не смог вывести мяч из штрафной, позволив вступить в отбор Евгению Вашурину. Отскок оказался удобным для армейца и позволил полузащитнику сделать еще один шаг в направлении ворот соперника, пока на его пути не оказалась выставленная нога Нахушева. Главный арбитр встречи Александр Морозов уверенно указал на точку, но исполнение приговора Андрею Говорову пришлось отложить. Нарушитель Нахушев с мнением судьи не согласился, ударил рефери, после чего был удален с поля, хоть и какое-то время отказывался его покидать. Когда страсти улеглись, лучший бомбардир ЦДК реализовал 10-метровый и вывел свою команду вперед. А уже в добавленное время Вячеслав Саркисов на правом фланге совершил слаломный проход, увенчав его голевой передачей на Романа Памшева. 3-1, волевая победа ЦДК. Как-то так и куется чемпионский характер. Ну, мы очень рады, очень рады. Мы играли с Интером во вторник на неделе, там в одном турнире. Проиграли им 7-0, психологически были очень так, ну, расстроены и... Такой матч, вы видели, первый тайм вообще просто за Интером был. И как-то все такие вялые были. Еще гол практически с центра поля. Потом, видите, вот как-то вот... Не, мы очень рады. Мы рады. ЦДК первый тайм провел очень невнятно, за счет чего удалось переломить ход этого поединка? Ну, я думаю, во-первых, мы проигрывали, нам так или иначе надо было как-то дополнительные какие-то силы включать. Плюс, мне кажется, Интер чуть-чуть подсел физически. И удача, безусловно, удача. Нам повезло, конечно, где-то. И пенальти мы отбили, вратарь у нас Горшков хорошо. Это психологически на Интер где-то подействовало. Мы пенальти на последних минутах получили возможность забить. Так что, ну, футбол такое дело. Тут как бы могло в одну сторону, могло в другую повести. Команды одного уровня в одной группе лидеров идут, борются за самые высокие места. Поэтому здесь вот удача, конечно. Я считаю, что удача. Еще свежи были воспоминания о декабрьском сражении «Динамо» с «Терминатором», когда Ивану Спичке удался феноменальный удар со штрафного, а «Терминатору» – камбэк с оттенком скандальности. Впрочем, тема судейства во время матча «Динамо» уже давно проходит красной линией, а на этот цвет у команды, ведомой Кириллом Орловым, аллергия. Сам капитан в отчетном поединке получил горчичник за разговоры уже на 5-й минуте, но в дальнейшем был более или менее спокоен. Достаточно спокойной была и игра в первые 20 минут. Со стороны «Терминатора» это объяснялось отсутствием припозднившегося Ливани Гвозавы, а «Динамовцы» просто не в состоянии сейчас мучить лидеров Северной Лиги темпом. Тем не менее, именно бело-голубые смотрелись лучше, пока на поле не было 21-го номера машин. Опасные подходы имели Валерий Леонов и Денис Киселев, а Ратина Дарай и вовсе упустил голевой шанс в атаке 2-1 после передачи Александра Еркина. Сергей Котов успел выскочить навстречу, сократил угол обстрела до минимального и отразил бесхитростный черпачок. До выхода ударного форварда «Терминатора» пару выстрелов еще успел нанести Спичка. Ну а затем Гвозава вышел на газон и сразу же стал главным объектом всеобщего внимания. Начал он с попытки дальнего удара, обозначив совсем иной уровень активности атаки красно-черных, нежели до его появления. Вскоре после передачи Андрея Идрисова он обыграл штрафной Владимира Корнеева в лицевую, но не успел пробить мимо частокола ног защитников, и вратарь, словно паук, забрал мяч себе, даже не поднимаясь с газона. Однако перед самым перерывом Гвозава все же свой шанс нашел. Причем, если фол со стороны Дмитрия Голышева и имел место, то он абсолютно точно был внутри штрафной площади. Однако арбитр Александр Морозов назначил штрафной удар. Но даже возможная ошибка рефери не оправдывает динамовцев, купившихся на обманку от Ильи Чижикова и позволивших Гвозаве издевательски легко открыть счет в раздевалку. И уж точно ничем нельзя оправдать провальный отрезок подопечных Антона Тимофеева в начале второй половины встречи, когда «Терминатор» делал на поле просто что хотел, а Михаил Тимофеев отдал 3 голевых паса один другого краш. Сначала полузащитник подал с углового точно в голову Гвозаве, которого никто не держал в штрафной, и разрыв увеличился. Затем он легко обыграл Орлова и навесил на опять забытого в центре штрафной бело-голубых Гвозаву, а в довершение ударной 10-минутки предложил расстрелять ворота Игоря Гришина с линии штрафной Дмитрию Мечкову. Тот не отказался. У «Динамо», по сути, за это же время был только момент Леонова, но там здорово сыграл Котов. У «Терминатора» же и Идрисов попадал в перекладину, и Чижиков опасно бил издали, и тот же Гвозава хитро закручивал мяч со штрафного.
После того, как счет стал 4-0, тренера красно-черных убрали с поля лидеров, и «Терминатор» перешел в режим игры на удержание счета. «Динамовцы» же получили шансы поатаковать. Команда Тимофеева в концовке создала несколько моментов, и в итоге геометрически правильная комбинация с участием Виктора Имрекова, Еркина и Киселева привела к голу престижа от последнего. 4-1. Фактор Гвозавы оказался решающим, и нападающему хватило 20 минут. В прошлые выходные команды «Вышки» отдыхали, а вот 18 и 19 марта состоялся полноценный 24-й тур. На первый взгляд его результаты выглядят предсказуемыми, но интересных и упорных матчей на самом деле хватало. Заслуживший в текущем месяце хорошую прессу «Штурм» на этот раз уступил с минимальным счетом «Динамо», причем бело-голубые забили победный мяч в самой концовке встречи. Не менее драматичными получились развязки и других поединков, попавших в прямой эфир. А «Нева» с «Гефестом» выдали вообще один из самых красивых и драматичных матчей сезона. К 24-му туру чемпионата беда оказалась в непривычном для себя положении. Шансы на титул уже потеряны. За медали, скорее всего, только бронзовые. Побороться еще можно, но завоевать их будет крайне сложно. Да и в целом кадровые проблемы сине-голубых не позволяют команде бороться на два фронта. И в этом смысле плей-офф Кубка ЛФЛ гораздо более близкий путь к трофею. В общем, особенных стимулов, кроме всем понятных, у команды Владимира Павлова не было. А вот ее соперник «Легион» горел желанием сломать неприятную традицию проигрывать беде в очных поединках. Начало и первый тайм вообще вышли равными, хотя и проходили практически без опасных моментов. В дебюте дальними ударами обменялись Евгений Поварницын и Павел Андрианов. Затем к воротам примеривались Андрей Борисов и Попин Казарян. А в завершении стартового отрезка Сергей Яковлев и тот же Казарян упустили возможности забить с линии вратарской. В середине тайма, также по очереди, соперники провели голевые атаки. Сначала беда умело разыграла угловой. Дмитрий Шестаков отыгрался в стеночку с Георгием Поповичем, а потом пробил почти от флажка. Александр Дементьев ближний угол перекрыл, но на добивание ловко сработал находившийся в окружении четырех соперников Андрей Борисов. Через 3 минуты простую, но эффективную атаку провел уже «Легион». Дементьев выбил отворот на Казаряна, а тот укрыл мяч корпусом от Дмитрия Гудея и с разворота точно пробил в притирку со штангой. До перерыва команды имели еще по одному шансу забить. У «Легиона» благодаря разрезающему пасу Дениса Базового на Нарайра Тадивасяна получилась хорошая атака левым флангом, но передача в направлении Арама Саркисова вышла чуть неточной, и форвард пробить не сумел. Воротам Дементьева со штрафного угрожал Дмитрий Шестаков, но голкипер в броске мяч отразил уверенно. Второй тайм сине-голубые начали активнее, и число моментов у ворот «Легиона» увеличилось. Несколько раз в хорошей позиции оказывался Яковлев, которому все время что-то мешало пробить как следует. Затем на ударную позицию выбрался Антон Кулагин. Дементьев спокойно отвел угрозу. В середине тайма Никита Анохин транзитом через Яковлева вывел к воротам соперника Евгения Поварницына. Но Дементьев и тут сыграл здорово. Вовремя сделал пару шагов вперед и помешал форварду переправить мяч в ворота. А вот атакующая игра у «Легиона» после перерыва не ладилась. Несколько раз красно-серые переходили на чужую половину поля, но даже до нормального удара дело не доходило. Беда не особенно изобретательно наваливалась все сильнее и, наконец, реализовала один из угловых за несколько минут до финального свистка. Шестаков выполнил классную подачу, а подключившегося Дмитрия Гудея почему-то никто не держал на линии вратарской. Пропустив в концовке встречи, «Легион» активизировался и до финального свистка успел создать несколько моментов. Сначала тонус Анохина проверил Арам Саркисов, а затем Казарян, обыграв двух соперников перед штрафной, с левой крутил в дальнюю девятку, но мяч только скользнул по перекладине. 2-1. Четвертая за 2 сезона победа беды над «Легионом» получилась самой сложной. Команда Александра Седова вновь навязала борьбу фавориту, смотрелась не хуже, но не набрала в итоге даже 1 балла. К началу поединка «Невы» и «Гефеста» все остальные матчи 24-го тура в высшем дивизионе были сыграны, и «Античных» обошел «Азимут». Так что соперники занимали 5-е и 6-е место в таблице и обязаны были играть на победу, которая позволила бы им сохранить шансы на борьбу за титул как максимум и медали минимум. Начало осталось за «Невой», причем бело-черные не просто обозначили игровое преимущество, а смяли соперника скоростью и напором в первые 10 минут. Сначала Дмитрий Лушников бросил в прорыв Александра Гамбердиева, но того на мгновение опередил вышедший из ворот Станислав Станиславский, а затем задействовал другого флангового полузащитника Павла Котова, который издевательски легко избавился от опеки Андрея Моисеенкова, вошел в штрафную и пробил без шансов для вратаря, но угодил в штангу.
В следующей атаке к воротам Гефеста примерился Вадим Пронкин. Затем редкая вылазка античных на чужую половину поля закончилась ударом в перекладину Александра Селиванова, а еще через пару минут Нева праздновала свой первый гол. Розыгрыш аута на чужой половине поля получился простым и эффективным. Пронкину позволили развернуться, а тот без раздумий пробил за предел штрафной точно в угол. Второго гола белочерных и персонально Пронкина долго ждать не пришлось. Лушников удачно сыграл в подкате на своей половине, а Форд, собрав вокруг себя всю неразлучную троицу защитников Гефеста, выстрелил метров с 20 в девятку. Получив такой солидный перевес в счете, Нева немного сбавила обороты. Никто ведь не может играть в таком темпе на протяжении всего матча. Тем не менее, моментов у ворот Станиславского меньше не стало, хотя теперь и нападающие Гефеста заставляли трудиться Заура Закарьяева. На штрафной в исполнении Котова античные ответили опасным ударом Максима Мухина и штрафной, серией угловых и двумя выстрелами Моисеенкова разной дальности. Еще разок прикладывался издали Станислав Каханов, но контратаки белочерных выглядели намного опасней, и за несколько минут до окончания первого тайма Котов с Экамбердиевым вывели на завершающий удар Сергея Нечушкина, с линии вратарской пробившего над руками голкипер. Вторая половина вновь началась со спурта Невы, но сначала Пронкин не смог оформить хет-трик, чуть выше пробив с угла вратарской, а затем Лушников не использовал выход один на один. Кроме того, в следующей атаке, оставив неудел четверых соперников, на ударную позицию выбрался Гамбердиев, однако мощный выстрел форварда Станиславский кончиками пальцев перевел в перекладину. Гефест ответил едва ли не в первой осмысленной атаке после перерыва. Моисеенков не нашел адреса для передачи впереди и сумел лишь развернуть наступление через правую зону. Артем Варакин решился на удар с дальней дистанции, а Закарьяев неудачно отбил мяч в перекладину, после чего Александру Селиванову не составило труда добавить снаряд в сетку. Гефест поверил в возможность камбэка и заиграл активнее, но у его ворот моменты по-прежнему возникали. На хорошую позицию вырывался Артем Антипов. Со штрафного прикладывался Никита Сергеев, а Лушников заставил звенеть штангу после прямого удара с углового. И только ближе к концу матча не то Гефест смог прибавить существенно, не то Нева стала играть на удержание, но вся игра переместилась на половину бело-черных. За 5 минут до финального свистка Варакин совершил слаломный проход мимо Гамбердиева с Лушниковым и ювелирно выстрелил в дальнюю девятку с рикошетом от перекладины. Разрыв в счете сократился до одного мяча, и теперь уже Нева откровенно встала в собственной штрафной, а Гефест устроил навал, пытаясь уйти от поражения. Честно говоря, получалось у античных не особенно здорово. Точнее, получалось только держать напряжение вратаря и защиту соперника, а не разыгрывать что-то похожее на голевой момент. На последней минуте Антипов еще и отобрал мяч у Моисеенкова и попытался организовать контратаку, но Пронкин отдал слишком сильный пас на подключившегося Котова, и Гефест успел провести еще одну атаку. Партнеры быстро довели мяч до Евгения Ширенкова, а того зачем-то сбил в подкате Дмитрий Лушников. Играть оставалось секунд 15-20, и было понятно, что это последний шанс античных уйти от поражения. По законам жанра, Артем Варакин долго устанавливал мяч, пока арбитр записывал фамилию опорника Невы на обратную сторону желтой карточки. И только когда секундомер на табло замер, отсчитав положенное время, выполнил удар, запустив мяч по невероятной траектории за спину Зауру Закарьяеву и точно в дальний верхний угол. 3-3. Драматичная ничья в пользу конкурентов и, конечно же, зрителей. Рядом со мной Артем Варакин, без сомнения, один из героев сегодняшней встречи. Артем, игра 3-3, счет довольный результатом в первую очередь? Конечно, судя по тому, как складывался первый тайм, результатом мы довольны. Ничья вырвали, я считаю, однозначно мы довольны результатом. Почему так получилось? В начале игры казалось, что Нева едва ли не на голову вас сильнее. Не на голову, проигрывали во всех компонентах, они оказались быстрее на шаг, на два. И мы вроде сюда, они уже там, поэтому было тяжело. Первый тайм я, честно, не ожидал, что мы так закончим. В высшем дивизионе постепенно происходит расслоение первой восьмерки на три группы поменьше. Лидируют в турнире ЦДК и Терминатор, причем у машин до завтра еще будет в запасе одна игра. Субботний поединок против Гефеста будет очень важным для команды Ивана Кара. Победа античных поспособствует сокращению отрыва дуэта лучших команд от преследователей, а любой другой результат позволит сохранить шестиочковый гандикап. Плотную группу преследования из четырех команд возглавляет Интер, но его, во-первых, может обойти Гефест, во-вторых, всего в одном балле позади располагается имеющий самый простой календарь Азии. Недалеко и Нева по потерянным очкам, идущая вровень с командой Виталия Гурцкая. В борьбу за бронзу еще может вмешаться беда, у которой отложены два поединка, но в это верится с трудом, а вот «Динамо», пожалуй, будет бороться лишь за последнюю еврокубковую позицию. Почти ничего не изменилось в середине таблицы.
Молодежка беды, правда, постепенно теряет свой отрыв от Голдшарк, и уже завтра акулы могут переместиться на 9-е место. Легион и Штурм имеют одинаковые показатели, показывают содержательную игру и будут пытаться настичь Химчан. Любопытно, что календарь у команд Александра Седова и Александра Николаева почти идентичный, но фиалковые имеют небольшое преимущество. Их очередь принять 3 очка от Тембанка еще не настала. 3 победы подряд МЗКП позволили ему совершить солидный рывок из зоны вылета на 13-е место и опередить Мекку. Стелла отстает от зелено-черных на 5 очков, а проигравшая ей Пресня, похоже, лишилась даже теоретических шансов на спасение. Если вы сейчас внимательно смотрели на экран, то не могли не заметить новое название в нижней части турнирной таблицы. Под конец сезона в высшем дивизионе все-таки появилась еще одна команда, и наш корреспондент Никита Лаврентьев отправился к ее руководителю за подробностями создания коллектива. В этом сезоне в высшем дивизионе произошло экстраординарное событие. Сразу 2 коллектива прекратили свое существование, причем если Туман сделал это по собственной инициативе, то Тембанк по решению КДК. И когда казалось, что все команды, которые сражаются за выживание, могут вздохнуть свободно и начать готовиться как минимум к стыковому турниру, произошло чудо. В турнир заявилась команда Marvel, с представителем которой мы сейчас и пообщаемся. Дим, ну, во-первых, хочу поздравить тебя с новым статусом, руководитель команды высшего дивизиона. Это звучит, конечно. Расскажи, пожалуйста, спасибо. Как появилась идея заявить команду вышку? Ну, идея появилась еще, когда, по-моему, в декабре месяце, когда появилась информация о зимнем кубке. Причем мне Макаров Григорий, наш защитник, скинул информацию о кубке как раз. И мы решили собрать команду. Я собрал команду на зимний кубок. В принципе, выступили неплохо, что и повлияло на дальнейшее развитие команды. А вот если бы выступили неудачно, не вышли из группы в ОЗК или же показали, что не готовы к такому уровню, все равно бы заявились или наоборот, это только подстегнуло больше тренироваться? Ну, дело в том, что тут заявка как раз, получается, шла в высшем дивизионе. Наверное, те результаты, которые мы показали все-таки на кубке, они повлияли на дальнейшее, опять же, развитие команды. То есть действительно получились эмоции положительные. Мы, можно сказать, играли на равных с командами высшего дивизиона. Это Голдшарк, это Легион. Плюс мы встречались с Северо-Востока командой Кайзер. То есть действительно выглядели достойно и, наверное, поверили немного в свои силы. Каким образом будет комплектоваться команда? Всех ли удалось заявить или же кто-то все-таки отказался? Да, пару человек на самом деле еще остаются под вопросом. Нападающий плюс опорник. Остальных вроде как бы всех получается заявить, все будет в составе. Это примерно человек 11-12. Хватит ли заявки, чтобы доиграть сезон без каких-либо проблем? Ну, впереди 10 игр. Как у нас сейчас можно говорить, 10 финалов. Я думаю, да, этого количества человек хватит. Есть определенный костяк, есть на каждую позицию замена. То есть я думаю, что мы протянем, вытянем, и все будет очень положительно. Насколько я понимаю, костяк будет как раз-таки из игроков национали. Но почему нельзя было, например, вернуться в ту команду и попробовать ее возродить? Почему новая? Я бы не сказал, что... Ну, костяк команды национали – это будущего, прошлого национали. Потому что на данный момент пока что заявлен один игрок из национали, Федоров Анатолий. Остальные из других команд – это Легион, это Стелла, Онега. Название команды Marvel – это чудо. Готовы ли вы сделать чудо в первом же сезоне? Мы к этому стремимся, мы к этому идем. У нас уже возобновились тренировки у нашей команды. То есть идет вплотную подготовка к сезону, к ее, наверное, даже вот этому окончанию, 10 игр. Да, мы, думаю, попробуем совершить именно это самое чудо. Первая игра в новом статусе для тебя в том числе будет и против Легиона. Насколько для тебя это важно? На самом деле соперничество очень интересное, так как это все-таки, опять же, да, несмотря на название команды, это дерби. Очень мощное дерби, я считаю. То есть всегда эти матчи складываются для нас, в принципе, положительно. И я думаю, что в этот раз мы тоже приложим все усилия, чтобы достичь результата, победного результата. Не жалко уходить из Легиона? Все-таки уже подружился наверняка со всеми. Я бы не сказал, что подружился, потому что я эту команду знал и до этого. То есть это все мои друзья, действительно друзья. И есть, да, там горечь, как это сказать, не знаю,
От ухода? От ухода, да. То, что как бы буду скучать по ребятам, действительно очень привык. Действительно, это семья. Я уже не раз говорил, да, в интервью для команды, что у меня две семьи. Это вот команда «Национали», команда «Легион», в которых мне очень приятно находиться, в которых очень приятно играть, в которых у меня действительно играют друзья, с которыми мы вне поля общаемся. В розыгрыше Кубка ЛФЛ, как мы уже говорили, остался только один представитель Севера, самая титулованная команда округа «Нева». И это отличный повод сегодня встретиться и поговорить с одним из руководителей команды. У нас в гостях Александр Лозовой. Всем привет. Саш, первую тему я обозначил. Поздравляю с выходом в четвертьфинал Кубка ЛФЛ. Чего ждать от «Невы» дальше? Победа в каждом матче. Будем стараться. Это задача именно на этот турнир или вообще как кредо команды? Ну, задача на турнир именно на Кубок ЛФЛ. Ну, у нас команда новая, да. Сейчас ставить победу в Кубке ЛФЛ было бы, наверное, неправильно. Есть ребята, которые появились в команде недавно. Конечно, нужно время, чтобы всем сыграться, познакомиться, притереться в коллективе. Покажут игра с Мегатитаном. Да. Но это серьезный соперник. Это очень серьезный соперник, да, Мегатитан. Первую игру, насколько я знаю, мы будем играть дома. Надеюсь, что к этой игре у нас будет самый сильный состав. Будем стараться играть до последней секунды матча, делать задел. Все-таки, вы понимаете, поля, да, наша специфика на севере, на западе там немножко по-другому. Поэтому первый матч многое покажет. Той команды много очень ребят, которые там... Хорошо знакомы, в том числе. Да, Драгунов, допустим, Игорь, да. Вот, ну, подготовимся. Кутузов тот же самый, да. Вот, ветераны хорошие. Я думаю, что футбол – штука непредсказуемая. Сейчас что-то обещать, там, говорить, мы сейчас выйдем и все, там, будем катиться, будем лететь куда-то. Это немножко неправильно. Будем играть свой футбол, будут моменты, будем стараться. Ну вот, опять же, да, сразу спрошу, исходя из твоего ответа, последней фразы ответа. Вот Мегатитан, да, наверное, один из фаворитов любого турнира, один из фаворитов любого турнира, в котором он участвует. Угу. Но вот из тех команд, которые остались, ты считаешь, это самый сильный вам достался соперник? Хотелось бы, может быть, кого-то попроще? Или вот та восьмерка, которая есть, примерно все равные команды? Был опыт лично у меня, когда мы играли турнир, тоже формат 8-8, и самые сильные соперники, они вот один за одним шли у нас. И мы каждую игру выигрывали на жилах. Да? И как я понял, что лучше сразу концентрация и игра с первой до последней минуты, чем подходить к этому сопернику, там, обыгрывая 5-0, там, 8-0, 6-0. Это мое мнение. Что касается соперников, которые остались, да, ну, конечно, прокуратура. Да, там есть ребята-профессионалы с Долгопрудного, то есть люди опытные. Понятно, что ЛФЛ – это да, не 11-11, да, это 8-8. Но все равно мастера хорошие. Нижгары. Считаю, что Нижгары команда одна из вот фаворитов. Вот, что касается Невы, ну, понятно, что титулы, ну, там, что это было немножечко там давно, что сейчас ЛФЛ меняется, скорости меняются, там стиль игры меняется ЛФЛ. Нету уже там результатов каких-то там нереальных уже. 2-1, 1-0 там. То есть уже такой футбол до первой ошибки. Посмотрим. Вот, всех, по крайней мере, мы знаем. Все в Москве постоянно друг с другом играем. Тут момент такой, кто будет лучше готов к этой игре. Не говорю там физически как-то, да. Там, что в основном это любительский футбол. Ну, выходной день, выходной денек. Все может быть, да, и такие случаи бывают. Кто-то недонастроился, кто-то там отнесся к этой игре. А, ну ладно, там, пойду где-нибудь посижу. Ну, вот. То есть у вас такое тоже возможно в команде, да? Ну, Кирилл, скажу так. Вы же прекрасно знаете Неву
и многие там к Неве. Я-то знаю, но да. я думал, что теперь Нева совсем другая стала, и вот две трети сезона прошло, и мы говорим об этой команде как о новой команде, именно в контексте вот подобных вещей. Нет, здесь бы хотел немножко так сказать. То есть все вокруг, ну и как все вокруг, ну люди, которые постоянно следят за ЛФЛом, да, от многих слышал, вот Нева меняется, новый курс. На самом деле Нева не меняется. Она как была, она так и осталась командой, да. Просто немножечко мы там пересмотрели. Может быть, мы сейчас на нашем примере многие тоже будут пересматривать, да, ЛФЛ в целом как турнир и как к нему подходить. То есть у нас появился администратор, у нас появился селекционер, у нас появился генеральный менеджер, у нас есть президент, есть главный тренер. То есть уже как бы все такие позиции, которые уже похожи как в профессиональном футболе. А название ЛФЛ, оно никуда не делось, любительская футбольная лига. Но уровень, ты прекрасно видишь, комментируешь игры, что это уже давно не любительский уровень, да? И если хочешь быть в топе, то ты должен работать, соответствовать этому, да, уровню. И мы постоянно в работе. Ну вот я все-таки позволю себе поспорить немножко, потому что ты внутри находишься, и у тебя свое видение, свое мнение, да, на этот счет. Мне со стороны все-таки кажется, что Нева изменилась значительно, действительно обрела такую профессиональную структуру, о которой ты упомянул, но поменялся и подход к игре как таковой. Новый тренерский штаб, новая схема игры, новая тактика в чем-то, да, и значительно обновился состав команды, несмотря на то, что ряд игроков уже выступали в последних сезонах, но тем не менее. И сейчас, вот на самом деле, Нева на севере такая свежая струя немножечко, потому что всегда интересно смотреть за таким развитием чисто футбольным, потому что, ну вот, например, с двумя защитниками никто не играет из топ-клубов на севере. Здесь вот, да, какая-то прогрессивная стратегия, и удается эффективно использовать лучшие качества тех футболистов, которые есть. Поэтому вот две трети сезона прошло, да, мы сейчас смотрим на команду, которая, ну, не допускает ляпов, не только организационных, да, опять же, но и игровых. Эта команда, в принципе, со своим стилем, со своим почерком. Поэтому вот отсюда идет этот вопрос, и отсюда хочется понять, как вы сами оцениваете там, с положительной или с негативной стороны те изменения, которые произошли. Ну, во-первых, мне приятно, что люди со стороны так отзываются сейчас о нашей команде. Но скажу так, вот последний тур закончится. Если мы выполняем задачи, которые нам поставил президент и наш партнер в лице Ростеха, тогда да, мы можем выдохнуть и сказать, да, мы как бы... Какие это задачи? Ну, я, наверное, здесь утаю и скажу так. Задачи всегда одни – выигрывать в каждом матче. Хорошо. Давай тогда немножко углубимся в вашу организационную структуру, тем более ты сам эту тему затронул. Валерий Нуров – президент клуба, он от оперативного управления отошел. На других позициях Александр Акуненко, да, твоя роль какова в команде? Расскажи немножко подробнее вот об этом. Ну, Валерий Нуров, в принципе, он как был человеком, который полностью олицетворял Неву, да, он так и остался. Все, то есть он в курсе всех дел, он приходит на тренировки, он поддерживает ребят, да, вот. Но только что поменял, что теперь есть тренер, который руководит игрой, а Валерий Нуров, там, да, у него есть свое мнение, он там с командой постоянно общается, он поддерживает. В принципе, я, мое мнение, что на данный момент его все устраивает, как мы движемся потихонечку. Сезон, как говорится, покажет. Что касаемо меня, моя задача – это селекция. Приводить футболистов, смотреть футболистов, вот, из других округов ЛФЛа, также присматриваться за любителями КФК,
да, вот, ведь все-таки ты должен понимать, раньше Нева, как это все выглядело. Были ребята, футболисты второй лиги, которые приезжали, да, понятно, они готовы, они сильнее, они выходили, они показывали свой класс, но были такие моменты, когда, и ты прекрасно знаешь, не было народу, и Железов Станислав, да, который сейчас тоже с нами, да, но немножечко работает в профессиональном клубе, и у него нет возможности посещать игры. И Валерию Нурову приходилось вступать в игру. Ну, все-таки для высшей лиги, я считаю, это уже немножечко, ну, неправильно было. И поэтому мы сели, подумали, каким игрокам нам обращаться, с кем вести диалог, от чего стоит отказаться, кого стоит пригласить. И, конечно, вот можно сказать, что это у нас сезон первый такой, когда у нас все меняется, все течет, бурлит. Ну, наверное, вот то, что первый сезон, я так тебя сразу перебью, потому что в тему. Первый сезон и, наверное, ожидания не такие высокие, да, это как некий карт-бланш на определенные действия. Ваши задачи, они там в дальнейшем могут быть выше, а сейчас, ну, есть определенное время на вот такую перестройку. Кирилл, а у нас так все получилось спонтанно и быстро, и поэтому у нас даже не было времени об этом думать. Мы просто начали заявлять игроков, да, которые постоянно в Москве, они никуда не уедут. Это игроки ЛФЛа, это ребята-полупрофессионалы. Начали понимать, с кем нам стоит расстаться, кого стоит пригласить. И потихонечку команда тренировки. Теперь у нас есть тренировки. Теперь у нас есть разминка перед игрой. Ты прекрасно видел, приезжает Михаил, администратор, с мячами. Все, то есть мы выходим уже на игру, мы уже выходим подготовленные. Гефест, главное, видел. Вот вышли на игру подготовленные, там за 5 минут или там за 7 забили 2 гола, такое преимущество, а потом что-то произошло, вот как раз здесь какой-то сбой. Ну, я скажу так, матч с Гефестом, это вообще уникальный матч был, и я считаю, что на данный момент, ну, я просматриваю много игр, не только севера, но и запада, и востока. Но такого матча я давно не видел. Для болельщиков это, наверное, был... Они не потеряли время, что приехали и посмотрели эту игру. Хорошо, ты упомянул Ростех в качестве вашего партнера. Ведь как получилось вообще, что вот такое партнерство и сотрудничество у вас возникло? То, что у Ростеха была своя команда, они пару сезонов довольно удачно провели на Юго-Востоке, в Еврокубках играли. И вот такое объединение Нева-Ростех теперь как-то вот вместе. Кирилл, ну, Юго-Восток немножко не такая лига раскрученная, как лига Запада, Севера и Востока. Да? Люди тоже создали эту команду, посмотрели, что такое ЛФЛ. Им, в принципе, очень понравилось. Им тоже хотелось развития. И тут мы просто нашли друг друга и решили попробовать. Вот сейчас что получилось, то получилось, как бы, да. Ну, еще посмотрим, сезон в самом разгаре, многим играть друг с другом. Но скажу так, Ростех сейчас будет официальным партнером чемпионата мира, который будет в России. Им тоже очень интересно развивать футбол, везде участвовать в каких-то футбольных проектах. Они полностью нас поддерживают, и спасибо им за это большое. На твой взгляд, вот в чемпионской гонке на севере кто фаворит? Скажу так, «Терминатор» – очень команда с хорошим подбором футболистов. Ну, они, конечно, все не молодые ребята, да, я представляю, если бы они были молодые, что бы вообще тогда творилось, да, там, «Вазава», тот же самый «Ковба». Момент такой, хватит ли у них этого запала до конца сезона? Я знаю, что сейчас им играть друг с другом, иногда даже, наверное, будет получаться игра и в субботу, и в воскресенье.
Да. А плюс Лига чемпионов. Плюс Лига чемпионов, а мы все-таки говорим о любительском футболе. И понятно, что если человек там, у всех есть семьи, дети, дачи, жены, да, то есть, ну, есть определенный круг людей, которые уже вот как выходной день, вот, даже, Кирилл, можно тебя выделить, ты всегда живешь ЛФЛом, всегда тебя можно встретить на Флотской, то есть в курсе всех дел. То ну, есть... а с кем ты сравниваешь? То есть у ЦДК похожая ведь ситуация на самом деле. И, наверное, у Интера тоже. Это вот те команды, ЦДК, я с тобой полностью согласен, тоже обладает очень подбором сильных футболистов. Да, вот. Но тоже тут момент иногда бывает такой, что люди собираются, кто-то где-то поиграл, кто-то куда-то уехал, какое-то звено выпало, и тоже можно как бы с ними играть, да. Если брать Интер, то Интер – это другая команда, то есть это сплав опытных поигравших футболистов с добавлением молодых перспективных ребят. Но все-таки ты выделяешь терминатор из вот этой тройки, есть еще Гефест, там Нева. И Гефест есть, и Нева есть, и Нева у нас сейчас… Азимут. Азимут. Про Азимут я скажу так. Мы играли, когда первый круг с ними, игра была очень тяжелая. Там тоже есть хорошие футболисты. Но, насколько я знаю, вот этот вот сейчас резкий подъем Азимута связан с тем, что у них были в составе профессионалы. Сейчас весна, но многие профессионалы будут разъезжаться на сборы. Они будут задействованы в своих главных командах. Как это будет выглядеть, не знаю. Нам скоро с ними играть. Посмотрим. Будем готовиться. Что касаемо Гефеста, ну, это ребята, которые давно уже друг с другом играют, сыгранные. Все, они все находятся в одном возрасте. Я считаю, что команда очень серьезная. Мое мнение, ну, сложно как бы, Кирилл, оценивать, кто станет чемпионом. То есть Терминатор... Кто больше наберет очков? Кто больше наберет очков, кто больше будет готов к этой игре, стечение обстоятельств, фарты, везения, в футболе это никто не отменял. И последний вопрос тебе, такой блиц-вопрос. Когда Нева завоюет 6-й чемпионский титул? А сейчас говорить, что Нева уже готова в этом сезоне стать чемпионом? Ну, год, 3-5, какой ты период отводишь? Вот лично твое мнение. Хотите знать мое мнение? Хочу, чтобы Нева стал чемпионом в этом году. Тем интереснее нам будет смотреть чемпионат и концовку этого чемпионата. Спасибо тебе, что нашел время сегодня приехать к нам в студию, ответить на пару моих каверзных и не очень вопросов. У нас в гостях был Александр Лозовой. Поехали дальше. В первом дивизионе основная борьба идет за третье и четвертое место, причем число кандидатов на эти позиции с каждым туром сокращается. Если так пойдет и дальше, то уже через месяц мы можем полностью переключить внимание на сражения в нижней части турнирной таблицы. Энергомаш лидирует слишком уверенно, даже на фоне другого фаворита сезона APC. Если электроники иногда позволяют себе осечки типа той, что случилось в игре с Диксоном, то подопечные Эдуарда Славинского более стабильны. Последние победы «Энергомаша», правда, получились минимальными, но главное, что пятиочковый отрыв по потерянным и восьмиочковый по набранным баллам сохраняется. В борьбе за третье место «Европа» и «Кристалл» постоянно меняются местами, но пока у дружины Павла Дятловицкого получается чуть лучше. Завтра утром европейцы доиграют отложенную встречу с «Протоном», по итогам которой выяснится, сможет ли еще кто-то продолжить борьбу за место в стыках. Поражение «Протона» от Северного Альянса и возможная фиаско в игре против «Сине-черных» вычеркнут команду Геннадия Зародыша из числа соискателей заветной путевки. Да и «Аэрофлот» отстает от «Кристалла» на две победы. Чтобы продолжить погоню, летчики должны будут обыгрывать лидера 8 апреля, ведь команда Максима Горбачева в тот же день играет с APC. В противном случае между 4 и 5 строчкой может возникнуть пропасть, и тогда в концовке сезона останется только медальная интрига. Что касается команд, расположенных на 7-й позиции и ниже, очевидно, они в этой борьбе участия не примут. «Тандер» набрал только 2 очка за 3 недели и отстал от «Кристалла» уже на 14 баллов. А «Трувру» и «Осирии» впору думать о том, как не упустить места в верхней половине таблицы, по примеру «Александрита». Еще месяц назад команда Виталия Сайкина считалась претендентом на 4-ю позицию, но не уменьшила отрыв, а проиграв 4-жды, опустилась на 11-ю строчку.
В принципе, оранжево-черные могут чувствовать себя относительно спокойно, но стоит проиграть еще пару раз, как снизу подтянется целая группа сражающихся за выживание. Хороший пример – Северный Альянс. Команду Александра Соловьева похоронили уже все, не помог даже Андрей Тынян. Но за 2 месяца после перерыва в чемпионате Альянс набрал 13 очков и сократил отставание от спасительного 14 места до 4 баллов. Куда более успешный Александрит, например, заработал всего на 7 очков больше. Нестабилен Диксон, который может выдать классный матч против фаворита, а затем уступить войке КЛВ. А у Гепард слишком затянулся игровой спад, хотя команда, в общем-то, обязана еще прибавить. Ужасная серия из 6 поражений опустила в зону стыков за выживание Дубровник, так что внизу все как обычно плотно. И вот тут борьба за сохранение места в дивизионе точно пойдет до последних туров. Когда уже казалось, что положение лучших команд второго дивизиона стабильно и незыблемо, в обеих подгруппах по итогам интереснейшего и насыщенного отчетного периода произошла смена лидеров. В 2А перед летом вообще успел не только захватить лидерство, но и упрочить его, воспользовавшись поражением смены от Булата и обыграв команду Александра Гавриленкова самостоятельно. Теперь химчане едва ли упустят чемпионский титул, поскольку в оставшихся играх с представителем первой семерки им осталось играть только один раз, а той же смене надо будет сражаться и с Бураном, и с Росонеро, и с Ансаром. Тут впору говорить о шансах Булата на серебро. За 3 недели стальные приблизились ко второй строчке на расстояние в 6 очков, имея достаточно простой календарь на концовку сезона. И случись у смены еще один спад, интрига тут может возникнуть нешуточная. Буран и Росонеро в последних 3 матчах очков не теряли, причем красно-черные мало того, что имеют игру в запасе, обыграли еще одного своего конкурента Ансар. Бурану, единственному из соискателей путевки в стыковой турнир, еще предстоит сыграть перед летом, а кроме того, против всех остальных оппонентов, исключая команду Сайфудина Рамазанова. Тут можно сказать, что все в руках у космических, а можно оценить вероятность успеха во всех или хотя бы в большинстве этих поединков. В общем, Росонеро, пожалуй, пока фаворит, но будет большой ошибкой сбросить со счетов тот же Ансар или Нефтяник. Конечно, ФИФ 2 недели назад развеял миф о неуязвимости команды Андрея Аршака, но нефть может выдать победную серию. И тогда все определится на самом финише. В 2Б состоялся главный матч 2-го круга. В упорной борьбе Бингобум переиграл Эдита со счетом 2-1 и вернул себе лидерство. Правда, ненадолго. Уже через неделю ББ едва унес ноги от Яузы, выиграв ничью в концовке, и вновь переместился на 2-ю строчку. Конечно, у Нерадзури есть игра в запасе, но закладываться на победу в матче против Стрелы, которая обыграла Молнию и отобрала очки у МСК 800, сейчас слишком самоуверенно. В борьбу за 3-ю и 4-ю позицию несколько неожиданно включились Дикие Ежи. Конечно, у КВН и Онеги еще есть запас, причем у Веселых и Находчивых имеется и шанс разрыв увеличить, но факт остается фактом. Ежики выиграли все свои матчи на отчетном отрезке, в то время как все остальные команды первой восьмерки без потерь не обошлись. КВН проиграл только лидеру, а вот Онега разошлась миром с абордажем, дела которого идут неважно. На 6-е место опустилась, проиграв 2-ю молнию, но МСК 800 не воспользовался возможностью догнать красно-белых и сам достаточно сенсационно проиграл Шеллу. Вот так незаметно пролетело время эфира, друзья. В заключении смотрите традиционный хит-парад на Бровке, а я прощаюсь с вами. До встречи на полях Северной лиги. Еще один шикарный удар! 2-0! Нева ведет в ответ! Тут на 0 опасный счет, Михаил Тимофеев!
все на поле! Скамейка Киписа! Здорово обыграл! Защитника здорово обыграл! Нанизывает второго, но ударный, блестящий гол! Викенд красивых голов, друзья! Артем Варакин возвращает их. Создание коллектива. Еще раз. Вот тут, кстати, смешно сейчас будет. Вот так незаметно пролетело время эфира. Как бы говорю я.